Здравствуйте, с вами Екатерина Воронченко. Вполне вероятно, весна немного убавит обороты, грядет похолодание, ну а в ближайший день наслаждаемся практически летним теплом. Итак, предстоящей ночью на севере до плюс 15, облачность будет переменной, ветер юго-западный 6-9 метров в секунду, а вот днем потеплеет до плюс 29. В Дубосарах и Григориополе этой ночью ждем до плюс 16, также переменную облачность, днем довольно жарко до плюс 30. На юге абсолютно похожая картина, этой ночью до плюс 16, переменная облачность, ветер юго-западный 6-9 метров в секунду, а вот днем жарко до плюс 30. Но в последующие сутки зато ждем дождик, местами даже сильный, и понижение температуры. У меня на этом все. До встречи.